Один із гостей 9 каналу – соліст лондонської королівської оперної трупи «Ковент Гарден». І найприємніше, що він наш земляк, і звуть його Василь Савенко. Поруч із ним так само очікуваний гість у студії Володимир Гаркуша, головний диригент театру опери та балету і народний артист України. Про закриття сезону, його здобутки і плани наступного говоримо сьогодні. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с оценки сезона минувшего, да, поскольку свежа тема. Каким он был для вас обоих? Сезон, каждый сезон он активен. Я думаю, что и для Василия тоже был очень активен. К тому же мы еще раньше уже приглашали Василия и договаривались о закрытии сезона, поэтому он не случайно уже второй раз к нам в Днепропетровск приезжает после того перерыва, который был в связи с его работой. Так что, я не знаю, какой у вас был сезон, тоже напряженный, наверное. Ну, то есть вы отработали сезон в Лондоне, да, и теперь... я не могу сказать, что я работаю там постоянно. Это было бы преувеличением. Такими можно назвать только были, скажем, такие имена, как Доминго, Поворотти, они могли, и то. Постоянно нигде в мире никто практически певцов не держит. Но мне посчастливилось быть, принимать участие в прошлом году в постановке. Я был гость-солист, это была царская невеста. И когда понадобилось, я попал... Это не так просто попасть, наверное, догадываетесь. Я в только этот, хотела спросить, это как один это из получилось? Самых престижных и огромных театров в мире, несомненно. И попав только, вот, как говорится, на постановку, я увидел, насколько, куда я залетел, как говорится. Но надо было сначала спеть. Надо было спеть. Я рад, что я смог спеть и, скажем, Грязнова показать, директора труппы Питер Катана. Там есть очень уважаемый, он много лет там работает. И его, в его компетенции приглашение певцов. И я ему послал напоминание, сообщил, говорит, Питер, вы меня слушали уже несколько раз, были прекрасные ваши комментарии, оценки, но приглашения пока не было. Я вижу, у вас есть в плане царская невеста. Репетиции начинаются через несколько месяцев. Да. И нет ли возможности, поскольку это репертуар мой, я со студенческих лет пел Грязнова, потом посматривал Собакина. Ну, а он ответил, Василий, спасибо, что вы напомнили, но все, как говорится, как всегда, все уже занято, приглашение за лет 5 они планируют приглашение. Да, ну, так что, но спасибо за вашу, за ваш интерес и напоминание. И через несколько дней вдруг от него имейл, говорит, Василий, после всего нам, похоже, нужно будет, вот, могли бы вы приехать и спеть нам? Собакин нам нужен, срочно, на замену. Я поехал и спел. И он сказал, и так и поете теперь. It could be, он сказал, it could be, а я не поверил моим ушам. А как, кстати, с английским? Я знаю, что в Королевской опере все-таки на языке оригинала исполняют, да? А вот для на языке слушателей Лондона вы... Нет, ну по-русски, конечно, русская опера, я могу сказать другое, что для другой, менее престижной оперы, это небольшая, ну, скажем, труппа, Челси опера, мне пришлось петь Сусанина по-английски. По-английски? Да. И там было... The days is already long past. When тоже как мы поем итальянскую оперу на русском. Надо было петь «Прощание, сын». Все по-английски. Все. И, кстати, критик написал, что мне было приятно это узнать, что... Да, он сначала высказал недоумение, критик довольно уважаемый, зачем нужно было, имея Сусанина, русского, скажем, да, языке, в наличии, и делать это по-английски. А потом он отметил, что его английский, говорит, и дикция была лучше, чем, говорит, наших настоящих англичан. Ну, наверное, понятно почему. Потому что мне характер, образ был близок. Очень хорошо понятен и близок, да. Ну вот смотрите, вы ощутили, что такое работать там, и как вы туда попали, вы были удивлены. А вот после того, как вы попали обратно сюда, к нам в Днепропетровский, в свой родной оперный театр, каковы впечатления ваши новые сегодня? Ну, я должен сказать, что я не терял, в принципе, с Украиной, с родиной, или, скажем, с Москвой. Я ведь когда-то пел в Большом театре, и я возвращался ежегодно, но так, скажем,
получилось, что усилия по карьере были направлены на, в первую очередь, я, оказавшись там, а оказался, это опять-таки было не просто так. Я был приглашен когда-то 20 лет назад. Я 20 лет уже в Англии. Я немножко устал от быть на чужбине. Все-таки нам не хватает. Когда-то Федор Иванович Шаляпин говорил, надо искать здесь соотечественников, иначе можно и забыть на родном языке, говорит, разговаривать и петь. Да. Поэтому я хотел сказать, что, но творчески я уже последние годы как-то начал больше активно смотреть, смотреть, вот, как говорится, домой. Захотелось больше принимать участие. А Днепропетровск для меня и театр Днепропетровский, когда я пришел, он был молод, он только 3 года организовывался. Я помню, что было много певцов из Саратова, из Куйбышева, из России, из Свердловска. И я, как молодой выпускник Московской консерватории, приехал на прослушивание и был принят в труппу. Давайте спросим, что сегодня все-таки в оперном театре происходит, каково положение, да, каковы оценки сезона, я уже спрашивала. Я знаю, что в этом году получили премию Сечеславна, да, за, в общем-то, такое необычное сотрудничество для оперного театра с кукольным, да, за «Белоснежку». У нас есть небольшой видеофрагмент, я предлагаю посмотреть, и там будет комментарий один интересный. Я попрошу вас прокомментировать этот комментарий. Пожалуйста, покажите нам видео. Таким чином, гран-при Січеславни удостоїлись музична казка «Білосніжка» Дніпропетровських театрів опери та балету і театру актора та ляльки, а також опера «Ріголетто» Дніпропетровського оперного. Зараз театр взагалі розвивається на стику різних мистецтв, різних технологій. І Дніпропетровськ показав, і Запоріжжя, і Дніпродзержинськ, Павлоград. Всі показали, що вони прагнуть до цього, вони розуміють це. Комусь вдається більше, комусь менше. Але пошук іде. Ну, вот, пожалуйста, сегодняшний театр, да, оперный, находится на стыке нескольких видов искусств, да, сказала только что критик. Как вы поддержите, опровергнете? В последнее время мы действительно много экспериментируем. У нас ставится опера-балет, ставится балет с хором. Балет у нас танцует. Кармина Буранок, вы знаете, у нас в хор танцует. Еще балет только не поет пока. Но вот есть такие взаимопроникновения разных жанров и разных видов искусства, по сути дела. Но я считаю, что это может быть период такой в жизни театра. И с одной стороны, это хорошо, потому что театр обогащает свои внутренние ресурсы и дает какую-то новую пищу не только для критиков, но и для зрителей. С другой стороны, я как человек, который исповедует вот религию как бы классического искусства, для нас это как религия, я считаю, что здесь некоторая и опасность, потому что нам нельзя терять классические корни. Mm-hmm. Потому что классика, она вечна. И можно совсем уйти в модерн и вот в эти экспериментирования. А нужно где-то разумно балансировать на сочетании того и другого. И строго, очень бережно беречь нашу классику. Но все-таки, вы знаете, ну, к сожалению, наверное, но все-таки интерес к театру сегодня, ну, не такой, скажем, как был несколько лет назад еще. И слова, вот те известные слова из старого кинофильма, да, когда там останется одно телевидение, сегодня говорят, уже и телевидения не будет, будет один интернет, да, и театра не станет. Вот что вы скажете по этому поводу? Нет, нет, вы знаете, у вас ведь прямой эфир. Да. Вот это вот живое, оно всегда останется. И наш жанр, наша опера, балет, когда исполняет оркестр, а не фонограмма, он будет жить вечно. Это то, чего, что всегда будет необходимо человеку, так же, как живая пища, вода. Ничто не заменит. Мертвое, оно есть мертвое. Так что я считаю, что эти все разговоры преждевременны. Я хотел добавить, да. Я был очень рад и благодарен Владимиру Григорьевичу за приглашение выступить. В январе я приезжал, пел «Гремина». Планировалась постановка «Восстановление Бориса». Да. И мы надеемся, это случится. Это одна из вершин, если не вершина в оперной российской классике. И мы с супругой, она импресарио, были
были очень тронуты, удивлены самоотверженностью и преданностью работников театра, руководства, поисками музыкантов, угу. певцов. Понимаете, не за деньги, не ради дохода, не ради. Хотя сейчас я вижу на Украине, понимаете, гроши. Меня это раздражает. Я отвечаю. Я никогда в своей жизни, со свою карьеру, уже более 30 лет, в следующем году, я надеюсь, отметить, приехать в Днепропетровск и исполнить что-то по случаю 35-летия с момента начала моей творческой карьеры. Так вот, мы были очень тронуты этой любовью к искусству, к профессии, служащими искусству театра, оперы и балета, несмотря на все трудности, которые переживают страна и, скажем, финансирование, театры, классика работают, и люди получают огромное наслаждение. И это на очень высоком профессиональном уровне. Кстати, публики становится больше, не меньше все-таки. Замечательно. Вот хорошее такое завершение. Я вам желаю хорошей, благодарной, многочисленной публике, хорошего сотрудничества. Спасибо. Вам. Спасибо за визит в нашу студию. Спасибо. Я еще раз подякую нашим гостям. Василь Савенко та Володимир Гаркуша сьогодні представляли Дніпропетровський театр опери та балету в нашій студії. Ми продовжуємо далі.